Несмотря на введенный в Казахстане режим ЧП, ремонт дороги Денисовка-Рудный в этом году будет продолжен и даже более ускоренными от первоначального плана темпами. Что особенно важно, прежде всего для лисаковчан, в начале мая, если позволят погодные условия, то, возможно, уже в конце апреля, начнется реконструкция дороги Лисаковск-Тобол. Все работы будет вести компания АБК «Автодор», а категория ремонтируемого участка станет при этом на класс выше. Была там третья техническая категория, а будет вторая. То есть было 8 метров, станет 9 метров. 9 метров ширина. Весь участок планируется от Тобола до Денисовки полностью, в том числе и заезд по развязке в Лисаковск планируется в этом году полностью завершить. С большой долей вероятности в этом же году начнется уже и ремонт трассы от Тобола до Аятского моста. Тендер на этот участок был объявлен еще на прошлой неделе. От Тобола до Аятского моста уже объявили конкурс. Первое вскрытие конвертов с участниками будет 27 апреля, потом рассматривает комиссия 5 дней, потом рассмотрела, дала на исправление, после этого 10 дней и итоги. То есть в конце мая мы будем уже знать, кто у нас участник, кто будет выполнять работы. Проблем с задержкой темпов работ быть не должно. По словам Андрея Горвата, внести свои коррективы может только погода. Люди настроены работать. Все необходимые материалы заготовлены и доставлены еще зимой. Елена Щегельская при содействии телекомпании «Акцент».